день. Сегодня к нам в офис Воронежа пришла участница 94-го года. Представьтесь, пожалуйста. Я Скоркина Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна, вы принесли сдавать акции. Сколько вы сдаете? Акции 94-го? 10 акций. Хорошо, мы вам начислим 1500 рублей в ваш личный кабинет, и вы сможете вывести их на карту. Скажите, как вы узнали о том, что Сергей Пантелеевич Мавроди выкупает билеты и акции 94-го года в участнице? Я узнала по улице. Хорошо. А скажите, хотите разобраться, как работает современная система и принимать участие? Да, хочу. Отлично. Значит, мы готовы вас консультировать, помогать, можете на нас рассчитывать. Это народный офис, не вас просим, всегда приходите к нам. Желаем вам хорошего участия, ну и традиционно пару слов Сергею Пантелеевичу Мавроди. Да, ну спасибо большое, Мавроди, что он, в общем-то, не забывает. Всех людей, которые получали акции, так вот это. Спасибо. Всего доброго вам. До свидания.